Всем здравствуйте! Я всех приветствую на своем канале, своих любимых дорогих подписчиков и тех, которые первый раз ко мне зашли на канал. Сейчас будет онлайн-расклад, и тема будет такая. Как у него дела с моей соперницей? То есть, если вы сейчас на данный момент в ссоре с своим любимым человеком, если вы расстались, вы не общаетесь, и вам интересно знать, как у него дела с той, к которой он ушел. Давайте посмотрим. Перед вами 6 мужчин. Но я хочу сказать так. Ту карту, которую вы сегодня выберете, этот мужчина будет сегодняшнего настроения. Да? Не по знаку зодиак, не в принципе, какой он всегда, а какой он именно сегодня. Да? Давайте посмотрим. Перед вами 6 карт, 6 королей. Первая карта, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вам нужно чисто интуитивно сейчас представьте, закройте глаза, представьте его образ, представьте его лицо, его запах. И приложите быстро к этой одной из этих карт. И будем смотреть. Только интуитивно выбирайте. И выбирайте сразу, вот на какую карту бросается взгляд. Итак, кто загадал первого мужчину? Кто он сегодня? Этот мужчина сегодня очень много зарабатывает денег, так скажем. Он много трудится, он работает, он вкалывает. Возможно, сегодня пришли ему деньги. Может быть, он сегодня получил зарплату. Может быть, ему кто-то отдал долг. Может быть, у него сегодня просто вообще как бы идут хорошо дела. Также этот мужчина, может быть, сегодня потратился, купил что-то в дом, продукты, потому что он, ну, король Пентакли вообще, в принципе, любит вкусно готовить. Может быть, он сегодня находится не в квартире, а в собственном доме. Итак, давайте посмотрим, как у него дела с вашей соперницей. Я буду выкладывать 3 карты. Вот самое ближайшее время, вообще сейчас, как у них идут дела? Что там вообще происходит? Вы знаете, этот мужчина уже, вот, я не знаю, наверное, пальцев у меня не хватит, да, на руке, чтобы посчитать, сколько раз он от нее уходил и возвращался, уходил и возвращался. Неважно, это ваш супруг, или это ваш любовник, или вы только начинаете встречаться. У этого мужчины есть женщина, да, с кем он сейчас находится, мы же на это смотрим. И, скорее всего, постоянно он тянется к ней. Но не может он ее оставить уже в покое, не может. Еще знаете почему? Потому что или он нуждается в деньгах, и эта женщина ему помогает, потому как возможно, что у них общий дом, общие материальные дела, там какие-то деньги, бумаги, я не знаю, может быть, договора какие-то. В общем, у них есть имущество. Может быть, эта женщина ему дает деньги, она ему помогает. Может, он работает на нее. И он просто так от нее уйти не может. Так же, как вариант, я еще могу сказать. Может быть, эта женщина у него постоянно просит. Помоги, дай, я больная, я не знаю, хромая, я там чуть ли не косая, мне нужны деньги, мне нужно кормить, мне нужно одеваться и так далее, и так далее. Постоянно строит из себя несчастную, бедную. Вот этот ко второму варианту я больше склоняюсь. Почему? Потому что он у меня уже вышел как король монет на сегодняшний день. Мужчина зарабатывает деньги. Возможно, что он помогает этой женщине. Это сегодня, первый день просто. Это я сделала такой некий расклад для начала, чтобы посмотреть, как, да, как дальше будет. Если будет очень хорошо, если вы будете писать хорошие отзывы, что это все работает, то я буду постоянно делать такие расклады. Вы будете постоянно смотреть, ваш мужчина, в каком состоянии он находится, да, на сегодняшний день. Итак, дальше. Я бы не сказала, что там между ними есть большая любовь, большие чувства. Там больше ты мне, я тебе, помоги, подай, да, вот так вот. Также, возможно, у них есть ребенок, который тоже требует внимания, понимания и как бы
расход, то есть идет денежный на ребенка. Также между ними все-таки есть вот этот некий холод. Видно, эта женщина все-таки не может забыть и простить, что он уходил от нее. И, скорее всего, она знает, кому он уходил. А уходил он к вам. Так что здесь такая история, жизненная такая, я бы еще, может быть, сказала, трагическая где-то, да? Тяжелая такая. Дальше. Кто загадал цифру номер два? Второго короля. На сегодняшний день это король кубков. Сегодня этот мужчина, может быть, пьет, выпивает. Такой, знаете, некий у него романтический настрой. Ему хочется эмоций, ему хочется чувств, ему хочется расслабиться. Может быть, ему хочется пофлиртовать, хочется любви, секса. Но больше, знаете, секса с такой некой чувственностью, эмоциональностью, я бы сказала. У него сегодня потрясающая интуиция. Вообще ему хочется побыть одному, о чем-то подумать и так далее, и так далее. Вот сегодня в таком настроении находится. Но больше мне вероятность того, что он может сегодня напиться. Так что имейте это в виду. Может быть, он сегодня пошел в баню или в бассейн или еще куда-то с друзьями, да? Как это? В баню перед Новым годом. Но у него уже, наверное, может быть, сейчас начался этот праздник. Что там ждать, да, 31-го? Давайте посмотрим, как у него дела ваши с соперницей. Кто, который он ушел, как там дела, что там происходит у них? Итак. Вы знаете, ну я бы сказала, все хорошо. Он счастлив, он этого хотел, он этого добился. Да, он долго думал, уходить, не уходить. Скорее всего, там есть ребенок, ребенок тянет. И, возможно, та женщина, которую он ушел, очень хитро-мудро, так, знаете, выиграла, так скажем, чтобы она его приманила его к себе, тем самым выиграв, да, выиграв время, выиграв его самого, ребенка, да, здесь она тоже показывает, что вот тебя ребенок ждет, возвращайся, да, как вариант. И еще, если здесь нету ребенка, то здесь может быть, что эта женщина просто, ну вот, проявляет постоянно такую некую страсть. Она показывает, какая она темпераментная, какая она красивая, сексуальная, а ты типа меня не хочешь, да? Вот выстреливай так. И давай начнем все сначала. Почему бы нет? Звонки, смс. То есть она добивалась его, чтобы он к ней вернулся. И сейчас на данный момент им хорошо. Может быть, они вместе куда-то отправляются, я не знаю, на Мальдивы. Да, или бабушкина в деревню куда-то, то есть проведать знакомых, друзей перед Новым годом. То есть у них такая вот расслабленность сейчас, все хорошо. Да неплохо, неплохо. Неплохо. Может, он поэтому сейчас хочет, думает, напиться от счастья. Так, кто загадал третьего короля? Вы знаете, ваш мужчина сейчас одинокий. Я не знаю, кому он там ушел. Но это мужчина одинокий. Он никого видеть не хочет. Неважно, что сейчас у него большая семья, там, я не знаю, да, чуть ли не 10 детей и 5 жен. Он приходит домой, никого видеть не хочет, никого слышать не хочет. Он закрывается, он читает, он слушает музыку, он кушает один, может готовить себе один. В принципе, может быть, живет в однокомнатной квартире, тоже как вариант. Мужчина одинокий, может быть, у него есть маленькая, такая пожилая старенькая мамочка, да, с которой он живет, уже, я не знаю, сколько лет. Такой тоже может быть вариант. Если вы думаете, что он ушел кому-то, и он счастлив, нет, скорее всего, не получилось. Он сейчас один. По крайней мере, на данный момент он сейчас один. Давайте посмотрим, кто и кому он ушел, к вашей сопернице, как у него дела. Потому что мне показывает его сейчас одного. Ну вот смотрите. Видите, императрица, старший аркан, тройка мечей, слезы и рыцарь монет. Я могу вам сказать так. Этот человек, кому бы он там ни уходил, он несчастлив, несчастлив. Потому что у него разбитое сердце, он страдает.
Скорее всего, женщина, которая с ним, может быть, она беременная, может быть, она хочет забеременеть, может быть, она ему врет про то, что она беременная. Но надо же как-то назад вернуть, правильно? Мы не такое можем сказать, что мы беременные. Это от женщины что угодно можно ожидать, если она хочет мужчину вернуть назад. Здесь то же самое, да, по факту идет. И он страдает, он переживает. Они, может быть, ругаются. Может быть, она ему сказала, типа, я беременна, возвращайся, я хочу от тебя ребенка родить или еще что-то. Но не получается. Не получается. Ни ребенок, ни нормальные отношения. Они оба плетутся вот по жизни между собой, извиваясь, изгибаясь, пытаясь найти, ой, господи, пытаясь найти общий такой характер, да, общий настрой отношений, и чтобы это было все хорошо в отношениях у них дальше, и какой-то был рост, может, потенциал на будущее, на семью. Но ни к чему хорошему это не приводит. Это просто тянется тихо, медленно, они вместе, они страдают, может, они даже оба страдают. Может, она страдает от того, что она забеременеть не может. Или, может быть, она на данный момент беременная, и какие-то, может быть, у нее токсикоз повышенный или еще что-то. Но он сильно переживает, он страдает, у него сердце болит. Это печаль, это слезы. Но ничего хорошего здесь тоже сказать не могу. С одной стороны, можно было радоваться, да, императрица беременная, радуйся, у тебя женщина беременная. Нет, а у него слезы идут. Значит, ничего хорошего там нету. Еще неизвестно, беременна она или нет. Дальше. Кто загадал четвертого короля? Так, сейчас на данный момент ваш мужчина достаточно очень темпераментный, сексуальный, такой активный. Этот мужчина сегодня работает, прям, знаете, с утра до вечера, как пашет как будто. Может быть, он ездит очень много, перемещений каких-то. Такой адреналин в крови, знаете, может, он действительно сегодня по городу целый день колесит, договаривается о каких-то там делах, быстрее поставках или о чем-то, быстрее, быстрее, какие-то документы какие-то подписывает. Я заговариваюсь, потому что хочу быстрее все это до вас донести. И этот мужчина сегодня такой темпераментный. Ух, огонь! Итак, посмотрим, как же у него сегодня будут дела и вообще в самое ближайшее время с той женщиной, которую он ушел. Как там дела? Так. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ничего, ничего хорошего. Десятка жезлов. О, взвалил на себя бедный и тащит, и тащит. Влюбленный старший аркан, бедный, он стоит перед выбором, что ему вообще делать, быть или не быть, вот в чем вопрос, да? Здесь еще есть ребенок, паж монет. Может быть, в семье, куда он вернулся, там ребенок. И просто ребенок держит. А он не может никак. Он это, знаете, вот, ну ты если уж женился, так тащи уже это до самого конца. Ты уже не выкинешь. Если ты уже ребенка сделал в этой семье, то значит просто надо тащить и все. Вот так он идет. Он стоит перед выбором, что ему выбрать, как ему поступить, как ему быть. Он между, знаете, двух огней. Он и вас хочет, и эту женщину хочет, потому что там тоже очень много его связи. И он бросить это ничего не может, не может, бедный. Ну а что делать? Вот куда свою энергию потратить? Ну, мотается целый день по городу. Энергетика такая очень мощная, сексуальный. Ну нет, это секс, это я даже не вижу у него. Страдает он, переживает он. Я не думаю, что у него с этой женщиной такая полная гармония в постели. Нет, конечно. Ну, такой мужчина. Ничего там хорошего в отношениях нету. Потому что надо было вернуться. Вот надо было, по-другому никак, да? Назвался Грузием, полезай в кузов, как говорится. Дальше смотрим. Так, это у нас пятый. Пятый мужчина, пятый король. Какой он сегодня? Он сегодня достаточно очень жесток такой, знаете, холодный, принципиальный. Мужчина, который сегодня будет добиваться всего, прям до конца, вот, до вечера. Там что-то нужно ему успеть. Может быть, какие-то бумаги, документы. Может, он в этой сфере работает, там, где погоны, власть, подписание документов каких-то или еще чего-то, да?
Также, может быть, он сегодня ходил к врачу. Или же обращался что-то там, починить машину, например, или еще что-то связано с металлом. Может быть, такое. Ну, сегодня такой, я бы даже сказал, что он еще замерз сегодня, как бы не заболел, конечно, потому что карта все-таки холодная. Может быть, такой, что и заболел, может быть. Давайте посмотрим, как у него дела с той женщиной, которую он ушел, с вашей соперницей. Итак. Итак. Знаете, ничего хорошего. Это сама женщина, королева жезлов. Вот она. Такая, знаете, с характером, бы я сказала, с характером. Женщина-карьеристка, очень яркая, очень такая харизматичная, импульсивная, строптивая, сексуальная. Женщина, которая добивается всегда своего, что бы ни случилось. А он бедный, не знает, как ее, что ему дальше делать. Он и вас хочет, и ее хочет. Он как между двух огней, видите? Пытается удержать этот баланс. Но с ней ничего хорошего нету. Потому что здесь рыцарь мечей, этот мужчина с ней ругается. Может быть, и дерется. Я даже больше скажу. Возможно, сама эта женщина его провоцирует на ругань, на выяснение отношений. Тем самым заводит его, понимаете? Себя тоже, наверное, скорее всего. А он все ищет. Он с ней ругается, доказывая ей, да, что-то, свою правоту. И тем самым вот держит, проявляет некую такую гибкость еще. Играет где-то с ней, да, потому что он хочет пойти где-то на компромисс. Он ее или боится, или от нее зависит. Потому что там баба такая ураган, понимаете, да? И такое ощущение, как будто он хочет и нашим, и вашим, и чтобы всем хорошо и мирно было, да? Вот из него хороший дипломат получился бы. Потому что он ни ее терять не хочет, ни вас терять не хочет. Он, наверное, и ей там что-то лапшу на уши вешает. И вам, наверное, что-то говорит, потерпи, подожди, да, скоро будем вместе. То есть вот как-то вот такой он бедный. Но там ничего хорошего я такого не вижу, потому что там ссоры есть. Это рыцарь мечей, а он очень активен. Он никого не боится, он несется вперед. Типа, знаете, она, если видит, что он там где-то переписывается, так, ты кому там пишешь? А ну покажи. То есть вот прямо она готова постоянно его контролировать. Во сколько ты придешь? Так, через 10 минут я так обед разогреваю. Ужин, вернее. Сейчас, если не приедешь, смотри, пеняй на себя. Встречать буду со сковородкой. То есть там такая женщина. Грумбаба. Хорошо. Смотрим шестую позицию. Так, мужчина у вас сегодня, ваш, да, сегодня, он император. Это мужчина, который, может быть, получил сегодня, так скажем, власть, да? Может быть, его сегодня, я не знаю, наградили, похвалили, дали премиум, повысили в зарплате, дали новый кабинет с кожаным креслом. То есть этот мужчина себя чувствует таким мужиком, Наполеоном таким, знаете, да, покорителем. Все от него зависит, со статусом он сегодня такой прям. Как-то вот везет сегодня, день у него хороший. Давайте посмотрим, как у него дела с той особой, кому он ушел. Так. Опять здесь Паш Кубок. У меня такое ощущение, что мужчины возвращаются к женщинам ради детей. Вот у меня такое ощущение. Только ради детей. Ну вот, ну точно, да. Вот смотрите. Если у этого мужчины, тому кому, той женщине, которая вернулся, если там есть ребенок, то ребенок это является тем, что он вернулся из-за ребенка. Если там детей нету, то я могу сказать, что чувства, очень сильные чувства переполняют. Ничего поделать с собой не может. Ну, любит он ее. До сих пор, знаете, в душе, ну, не погасло еще там, не погасло. Неважно, он там женатый, он не женатый, он к ней вернулся. Здесь туз кубков. Это эмоции, это чувства, это интуиция, это помощь этой женщине. Он хочет быть с ней рядом. И еще, знаете, такое ощущение, что я все-таки склоняюсь, вот, наверное, процентов 80 здесь будет, что мужчина вернулся в семью, к жене. Не знаю, я так чувствую.
Я так чувствую. И еще, знаете, такое ощущение, что он должен. Он ради долга возвращается. Мало того, что ради ребенка, он еще должен. Вот он должен. У него долг такой перед семьей. Погулял и хватит. А теперь надо в семью. Работать надо, деньги зарабатывать надо. Детей поднимать надо. Там, наверное, жена постоянно звонила и говорила, как тебе не стыдно, а? Ты детей оставил, ушел к этой молодой. А я одна буду поднимать? Вот как-то вот так вот, да? Знаете, еще как вариант могу сказать. Тянет еще туда, потому что та женщина дает ему эти эмоции, дает ему эти чувства. Она очень достаточно, может быть, романтична, сексуальна, сексапильна. Такая, знаете, ну вот, не знаю, не фифочка, а что-то такое в ней есть. Такой легкой от женщины, которая вот хочет просто любить и быть любимой. И вообще больше ничего остального ей не нужно. Может быть, и такой вариант. Она его не пилит, она его не грызет, она его не жрет. Она дает ему возможность, но будь со мной, дорогой. Я вот просто без тебя не могу. Ты без меня, наверное, тоже. Ну, давай будем вместе. Вот так вот. Вот так я вижу. И, по крайней мере, я могу сказать, что сейчас у них... Да нормально все, нормально. Нормально. Я не могу назвать у них там такую страсть бешеную, такую любовь. Здесь, наверное, больше любовь, знаете, какая? Высокая, да? Когда ты с этим человеком вместе уже, наверное, я не знаю, очень давно, очень давно. И ты просто чисто интуитивно его чувствуешь, даже по глазам читаешь, что он хочет, чтобы ты ему чай принес или кофе с молоком. Вот до такой степени этот человек ее чувствует просто. И, ну, каждый занимается своими делами. Он работает постоянно. Она, может быть, ребенком занимается. Она ему там тоже как-то вот приготовит, покушает, постирает ему там, погладит. Ну, женщина рядом, и она ведет себя как жена. Неважно, они официально расписаны, неофициально расписаны. Она ведет себя как жена. Это я вам говорю точно. То есть вот так вот. Вот такой был расклад. Мне интересно, что вы мне напишите в комментариях. Я всем вам желаю всего хорошего, счастья, удачи. И пусть ваши любимые люди, ваш любимый человек никогда вас не оставляет, никогда вас не покидает, пусть всегда будет рядом с вами. И будьте счастливы. Спасибо, что остаетесь со мной, что меня слушаете. Иногда, может быть, мой бред. Но в любом случае со мной интересно. Я вас всех люблю. Спасибо. До свидания.